Ребят, всем огромный привет. И знаете, какие у меня сейчас мысли? Я уже скоро, вот прямо очень скоро, исполню очень большую свою мечту. Мечту, на исполнение которой я потратил все свои деньги. Я об этом уже говорил и здесь в Инсте, и во влогах на Ютубе, и устраивал даже опросник. И там практически никто не догадался, на самом деле, что это такое. И как только полностью я ее осуществлю, я обязательно вам первыми расскажу. Я черный закатанный, раскидал снова по ГОСТу. Прокуренный серый квартал, затерянный остров. Мы залетаем жестко, улицы Бронкса. Среди серого бетона двигаемся броско. Мы снова дали по... Итак, легендарная Сильвия у нас приобрела новый коллектор. Гейт сюда приварен, теперь он один, скример наружу, в даунпайп не заведен, соответственно, новый даунпайп. Сенсоры мы... Так, ребят, знаете что, вчера, когда показывал бустов, судя по реакциям и комментам в директе, вы разделились на два лагеря. Кто-то говорит, что начать зарабатывать с медийки очень тяжело, и прямо чуть ли не бред сейчас. А кто-то говорит, что наоборот, медийка зарабатывать можно, можно зарабатывать больше сотки, в том числе со спонсорами и партнерами. Согласен, что звучит неправдоподобно, особенно если у вас небольшое количество подписчиков, там только знакомые и друзья. Но у меня когда-то так же было, тоже было практически, ну там не было подписчиков реально, но я просто занимался своей медийкой и сейчас понимаю, что все реально. Даже не имея сотни тысяч подписчиков и десятки тысяч подписчиков, можно выйти на заработок 100 плюс тысяч. Да, я довольно быстро вырос медийно, но сейчас можно вырасти еще быстрее, достаточно получить нужные знания и заявить о себе. Да, я довольно быстро вырос медийно, но сейчас выстрелить можно еще быстрее, достаточно заявить о себе и получить, конечно же, нужные знания.